Всем приветики! 17 ноября, у меня сегодня второй выходной. Я сейчас собираюсь на почту. Сейчас дособираю посылку для тети Клавы. Вот здесь у нее гостинчики разные, не буду шуршать. Для диабетиков в вкусняхе. Потом к Новому году кое-что положила. Сейчас я все это достану, поново сложу. Добавлю еще кое-что, чтобы коробка была полная. И побегу на почту. Вчера я заходила на почту после обеда, там была народу просто тьма. Поэтому хочу сегодня попасть до обеда. И надо торопиться. Так, ну что, коробочку почти наполнила. Положила тете Клаве два шарика. Вот такие вот своих покупочек со вчерашних. Затем вот это я показывала, две салфеточки мы с Лориком покупали в Светофоре. Затем поставила, хоть и нельзя сладкое, но может быть кому-то подарит, вот такую вот шоколадную фигурку для тети Клавы, сладости все со стевией, вот, и без сахара. Там еще шампунь, гель для душа, еще чего-то, мочалочки для посуды. Все в ассортименте, все нужное и полезное. Потом к ней приходит социальный работник. Для нее я тоже тут положила подарочек. Вот, тоже вот такую вкусняшку. Сладости, доска. Ладно, сейчас покажу. Для нее я тоже положила такого же тигренка шоколадного, дощечку символ года. Сладости, что там еще, магнитик. Не хочу сильно шуршать. Вот, бабочку, подвесочку. Ну и снова сладости. Думаю, человеку будет приятно. Тете Клаве она очень нравится, и они с ней очень дружны. Еще положу тете Клаве вот такую вот свою сумку. Я ее когда-то себе покупала, но поносила совсем мало. И сейчас я хожу с рюкзачками. Она у меня лежит и лежит. Тете Клаве пригодится куда-нибудь там в поликлинику, вот, в магазин, мало ли чего положить, документы, она небольшая, но очень удобная. Все, я собратая, коробка отлично уместилась в эту сумку, потому что все-таки в сумке нести будет легче, и я побежала. Я за вами. А вы за мной? Я за вами. Ну, все, это да, хорошо, спасибо. Я с посылкой. У нас оплата коммунальных платежей только наличными, это платежи в пользу третьих лиц. Там скотч надо смотреть, держит. А зачем вы заклеили? Если дно не выпадает. Надо было ровно сложить тогда, чтобы дно не выпадало. Ненадежная коробка. Ненадежная, да, плохо, что у вас продажи большие. Ненадежная коробка. Нет, не влезет. Ну да, вместе бы надежнее было. Вы их хорошенько закрыть, не расслабиться. Ну, чтобы хорошенько, тогда мне тогда адрес прописывайте, я распечатаю бланк. Адрес сейчас заклеится. Хорошо, закрываем, у меня записано. Все, дело сделано, посылка отправлена. Коробка и правда хлипкая, но на почте сейчас нет в продаже больших коробок. И пришлось отправлять в той коробке, которая была в наличии. Но девушка молодец, отлично все проклеила. И я уверена, она у меня по дороге не развалится. Так, у меня по плану уже в магазин зайти. И пойду-ка я схожу в фикс прайс. Там надо купить, вернее посмотреть. Я видела, в продаже были подушечки на стулья. У нас на работе стул, кресло такое компьютерное сломалось. И его невозможно поднять выше. То есть оно как опустилось, так оно и стоит. И нам с Анюткой неудобно, очень низко. И хочу посмотреть подушечку. Кстати, кот видно, нет, как у меня, как Лорик мне дарила, розовый. Вот. Хочу посмотреть подушечку, может быть две, чтобы было нам повыше. И родственник, брателла, здорово. Привет, семья. Привет, свой полёсенький такой. Яшкин брат или сестра, ну, сладкий такой. Маленький.
туалете. Сюда тут такой. Но что ты мне рассказываешь? Что ты мне рассказываешь? Ты приедешь, ты, кажется, ты девочка по мордашке. Хватит на эти свинок, уже загляделась на свинок. Тут малышарик. Там куча, он спит. Ну что ж ты сейчас? И снова здравствуйте. Так, слишком много корм, и все, посладаться. Иду в торговый центр, и по идее, вы меня сейчас должны спросить QR-код. Так, пока никого не вижу. Неделю назад или две тут температуру только мерили. Ну и что? Свободный проход. Без всяких кодов. Может, наверху, и там никого не стоит. Заходи, кто хочет. Шары. 79 рублей за что? Еще раз. Хоть что почем, как обычно, непонятно. Все стоит в разброс. Ценник там, игрушка там. Ладно. Глаз ни на что не падает. Короче, я здесь не задержусь. Нашла цену на тигров. Они стоят 300 рублей, но только похожие. Вот эти вот 250. Пошла искать подушку. Зачем пришла, то и пошла искать. Гляньте, массажер для ног. Это обалдеть можно. Он такой колючий. Бедные ноги. Все от него массажиры. Маска для глаз. А это холодная и теплая. Можно ее на глаза. Да, как-то жиденько фикс-прайсе. Выбора вообще никакого. Вот, товара мало, предновогодних товаров тоже мало. Подушку я не купила, потому что ее не было. Надо дома что-то посмотреть, но я даже ума не приложу, что у меня есть дома такое подобное. Ничего не могу понять, что это за машина на территории школы. Странно, как будто какие-то газовые баллоны. Сейчас подойдем поближе, будет, наверное, понятно. Аварийка какая-то, да. Аварийка. Наверное, там яма, может, откачивают что-то. Слушайте, время сейчас час дня. И посмотрите, как на улице хмуро и пасмурно. Уже такое чувство, что темнеет. И хотя полярная ночь со 2 декабря, ну как по мне, она уже началась. Я уже дома, покажу, что купила в фикс-прайсе. На заднем плане у меня уже мясо жарится в сковородке. Хочу потушить с картошкой. Вот оно шкварчит. Итак, купила в фикс-прайсе вот такое вот пирожное. Такое пироженка стоит с черничкой 43 рубля. Потом трюфель марсианка за 50 рублей. Ну, я округляю. Потом бенгальские свечи за 25 рублей. Две упаковочки. Еще купила за 50 рублей символ года. Вот, две штучки. Я же две отправила и две возместила обратно. Это очень недорого, 50 рублей. Такой здоровский упакованный подарочек. Затем
купила еще одну лопатку себе. Одну я вчера купила в ленте. Они у меня постоянно ломаются. А это прямо здесь вот железная. Мне на этом месте ломаются. И такая лопаточка стоит 87 рублей. Мне кажется, она даже будет прочнее, чем в ленте. Вот она лентовская. Это стоит 100 или 120 рублей. Вот. Ну, вот на этом месте я уже говорила. У меня они постоянно ломаются. Это, наверное, послужит подольше, но не факт, посмотрим. Так, затем вот такие вот печенюхи. Вот, люблю такие печенюшки, но это на подарки пойдут, а может одну коробочку себе оставлю. Вот, люблю такие печеньки за счет вот этих вот коробочек. Печенье съелись, коробочки остались. Печеньки стоят 85 рублей. И вот такой вот календарь. Там внутри сладости. Календарь стоит 85 рублей. Сразу цену скажу и покажу. Вот такой вот классный календарь. Вот. И там внутри конфетки, шоколадки. Как-то все там пронумеровано. Ну, надо открывать и смотреть. Будет смотреть и открывать тот, кому я подарю. Кому не скажу. Давно не тушила картошечку. Такая вкусная получилась. Пальчики оближешь. Положила себе картошечки, положила себе огурчики. Но дело в том, что от такого ужина... На утро могут быть у меня отеки. Я отекаю после солененького, и поэтому сейчас покушаю, заварю себе шиповника. И завтра возьму на работу шиповник, буду его пить. Так, уже вечер, Коля пришел с работы, поболтала с тетей Клавой по видеосвязи. Вчера она мне звонила по видеосвязи, сегодня молодец, научилась. Вот, потом что, Дуняшка звонила, с Дуняхой поболтала. У меня вечер общения, посадила и в землю, и опять проращиватель зернышки для морских свинок. Сделала заливное с рыбки и крошу капусточку на соленье. Здесь уже один вилок я покрошила и, наверное, еще половинку от второго тоже сюда пойдет. Все, здесь у меня большие полтора вилка капусты и сейчас почищу и натру туда морковочку. Все делаю на глаз, но мне кажется, вот такого вот количества будет достаточно. Все, я натерла, теперь сюда у меня пойдет вот такая вот большая жменя соли, но это... Немного. Капуста не должна быть соленая, капуста должна быть квашеная. Сейчас все это хорошенько пережмакаю. И пускай просаливается, проквашивается. Не помню, сколько дней должна стоять, но буду пробовать. Все, вот так вот выглядит пожмаканная капуста. Она уже пустила сок, но иногда прям пускает сразу сильно-сильно. Сейчас вот, ну не настолько сильно, насколько бы хотелось, но сок есть. Сейчас поставлю под гнет и отнесу на лоджию. Ну все, я управилась, намыла головешку, выходные пролетели. Видео я буду заканчивать. Всем пока, всех люблю. И, конечно же, до новых видео.